от души идут. Плавает все. Волны ходят по бордюру. С этой стороны, с той стороны подтопло. Не были на море, приходите, море у нас. Самое главное, я знаю, кто это сделал. Вика Цыганова зато сейчас вот монтирует хлеба и зрелищ. Приехала, вспомнила, чтобы все там. Вот и не узнать. И фонтан работает. Ну, это обязательный процесс. Или фонтаны, или улицы поливают пожарки. Всегда так. Оп, как он их захлёстывает. А что же они? Какой вежливости. Облил все машины. Люди стали грубые. О, пошло. Всё. Красиво. Всё. Вот оно, наводнение, ребята. Как оно быстро пришло из ниоткуда, сверху, да. Про что я говорил? Стоит вот чему-то еще произойти, и пошел это наложение неблагоприятных факторов понеслась. Это второй дождь уже за сегодняшний день. Первый утром был предупредительный этот. Ну и дальше сплошное море там. Вот я уже выход с автобуса, там еще два, да. Люди прыгают прямо в воду. Вот такие итоги дня. Оптимистичные. Где пешеходный переход, там обязательно вообще под самый бордюр залито. Как они их рассчитывали? Только в сапогах. Комсомольский тонул. Ну вот он, наш любимый. Ну, начинается родина, вот с этого все наводнения начинаются. Это вот пытается откачать пожарка, вот это все, ну такой театр абсурда. Театр абсурда, вот полиция. Помощь бросили. Наверное, экстремистов ловят. Интернетовский. Это все запись.